Когда засветится искристый прозрачный лед, словно хрусталь, покроет землю снег пушистый, и обновится календарь. Звезда зажжется в небе полной, промчится тройка, не догнать. И Дед Мороз волшебный план желание будет исполнять. И как всегда случится чудо, зальется светом небосвод, и вновь неведомо откуда придет на землю Новый год. Ну вот тебе еще один подарочек. Сейчас наколдуем. О, вот-вот насыпем. И раз. Вот, забирай, забирай, внучка. Сейчас еще раз попробуем. И оп. А? Паша. Максим. Здравствуйте. Добро пожаловать в мой скромный, но очень волшебный дом. Скажу вам по секрету, я очень редко позволяю кому-то заглядывать ко мне. Только самым храбрым и добрым детям. Ой, давайте-ка я вас познакомлю со своей внучкой. Конечно же, вы знаете, кто она, не правда ли? Правильно, Снегурочка. Она мне помогает прочесть все письма и собрать все-все-все подарки, чтобы ни один ребенок не остался без волшебства в этот замечательный праздник. Я много слышал о вас и очень-очень рад, что вы зашли ко мне в гости. Я хотел бы вам показать одну волшебную комнату в моем доме. Вы готовы? Ну тогда скорее, пойдемте со мной. Вот эта волшебная дверь ведет во все сказочные комнаты моего дома. Приготовьтесь, потому что мы сейчас зайдем, и вы все увидите. В этой комнате собираются письма и пожелания от всех детей. Видите, как их много? Здесь хранятся письма ото всех детей на планете. Кстати, мне Снегурочка по секрету нашептала, что у нас для вас приготовлен подарочек. Но прежде чем его получить, мы должны пройти маленькую проверочку. Посмотрим, как вы себя вели весь прошлый год. И если все будет хорошо, то в мастерской сразу же начнут собирать для вас подарок. Ну что, пойдемте посмотрим. В моей библиотеке собраны волшебные книги обо всех детях на планете. И книжка про вас хранится здесь. Сейчас Снегурочка принесет ее мне, и мы в нее заглянем. О, а вот и она. Спасибо, внученька. Интересно, правда? Так-так, посмотрим. Что у нас тут, а? Ты погляди-ка, внучка. Ах, какой же ты красивый на этой фотографии. Ага. Какая интересная фотография. Любуюсь, не могу оторваться. Здорово. Угу. Какие вы замечательные. Я рад, что вы так дружно живете. Ох, какой замечательный у тебя наряд. Просто загляденье. Знаю я, что вы увлекаетесь самыми разными занятиями, и все-то у вас получается.
И все-то вы делаете хорошо и с удовольствием, и других можете научить. Это для меня настоящая радость. Молодцы! Узнавать новое – это самое интересное в жизни. А теперь самое время посмотреть, что же происходит в подарочной мастерской. Если нам повезет, мы увидим и ваш подарочек. Пойдемте скорей. Смотрите внимательно. Здесь среди этих подарков, возможно, есть и ваш. Смотрите, один из подарков уже почти готов. Давайте-ка посмотрим, что там. О, да это же подарок для вас! Сейчас моя волшебная машина его упакует, и в новогоднюю ночь я положу его вам под елочку. Вам все понравилось? О-о-о! Скоро праздник, и нам пора прощаться. Надо успеть поздравить всех детишек. С Новым годом, ребята! С новым счастьем! Я уверен, что в новом году вы удивите и меня, и своих близких добротой, хорошими поступками. Желаю вам быть послушными, умными, договорились? И помните, я все вижу и слышу. Желаю вам весело встретить этот праздник. И до новых волшебных встреч!